Для вязания нам потребуется пряжа черного, белого и красного цвета. Белый и красный – это у меня пряжа пихорка популярная, и это уже остаток после того, как я связала две шапки. Расход небольшой, поэтому где-то, если есть в остатках, можете использовать или любой какой-то другой цвет. Пряжа черного цвета – это пряжа Аделия Ария, и расход чуть больше одного мотка. При подборе пряжи ориентируйтесь на толщину нити. Как черной, так и цветной нити толщина должна быть одинаковая. Также для вязания потребуется крючок 6 мм, ножницы и игла с большим ушком. Начинаем вязать черной нитью и берем крючок 6 мм. Делаем петлю и далее вяжем цепочку из 37 петель. Затягиваем. Один, два, три, четыре, пять, шесть и так далее. Набрали нужное количество. Далее делаем накид и пропускаем две петли. Первая, в которую у нас идет нить, вторая, и в третью вводим крючок. Захватываем нить. На крючке у нас три петли и их провязываем. Далее накид, следующую петлю точно так же вводим, захватываем нить и провязываем. Повторяем. И так вяжем до конца ряда. Провязали до конца ряда. У нас остается одна петля. Делаем накид. Провязываем точно так же. Делаем еще одну петлю и разворачиваемся. Первый столбик у нас уже есть. Делаем накид. И далее вяжем следующую петлю во второй столбик. Далее накид и повторяем. Теперь мы вяжем в обратную сторону и также провязываем в каждую петлю. Таким образом вяжем до конца ряда. Провязали, остается нам провязать один столбик, делаем накид и провязываем последний столбик в этом ряду. Замыкаем, провязываем петлю и разворачиваемся. Делаем накид и начинаем вязать во вторую петлю. Теперь мы снова вяжем в обратном направлении. Точно так же. С одним накидом в каждую петлю провязываем петли. И так вяжем до конца ряда. Подходим к концу ряда, делаем накид и провязываем последнюю петлю. Делаем петлю, разворачиваем вязание и повторяем точно так же. Начинаем вязать со второй петли. И далее провязываем до конца ряда. Провязали 10 рядов, и узор мы будем вязать, начиная с 11 ряда. Я здесь провязала 5 столбиков. Для того, чтобы вязать глаза, я составила схему. На схеме темным цветом выделено та часть, которую нужно провязать красным цветом. Внутри это будет белый цвет. И цифры на схеме обозначают то количество столбиков, которое нужно провязать. Соответственно, здесь 8 столбиков, здесь 9, 3, 4 и так далее. И на противоположной стороне точно так же. Внутри 5 столбиков белым цветом, здесь 6, 7, ну и так далее. Итак, давайте приступим. Значит,
провязали 10 рядов, и здесь в 11 ряду провязали 5 столбиков. И далее мы перейдем к вязанию красным цветом. Для того, чтобы было удобнее ориентироваться, я схему расположу вот таким вот образом, и мы будем попеременно вязать. Сначала мы будем вязать справа налево, в следующем ряду ориентироваться по цвету слева направо. Здесь справа налево и следующий ряд слева направо. Итак, начинаем вязать красным цветом. Значит, что мы делаем? У нас здесь провязано 10 рядов, и в 11 ряду провязали 5 столбиков. И начиная с 6 столбика делаем накид, провязываем. На крючке у нас 3 петли. Вводим красную нить и закрываем столбик красной нитью. Подтягиваем нить черного цвета. Черная нить у нас пойдет вдоль полотна, мы также ее будем здесь захватывать. И далее провязываем 8 столбиков красным цветом. Первый. Второй столбик. Третий. Четвертый. Вот наша черная нить идет. Пятый, шестой, седьмой и восьмой столбик мы закроем черной нитью. Вот так у нас получилось, и вот так выглядит с обратной стороны. Красную нить мы оставляем. Это у нас будет считаться лицевая сторона, и это будет считаться изнаночной стороной. Красную нить мы оставляем на изнаночной стороне, и далее до конца ряда мы вяжем черной нитью и вяжем столбики с одним накидом, так же, как и мы делали в предыдущих рядах. Подходим к концу ряда. Здесь мы также, как и в предыдущем, вяжем ровное полотно. Последний столбик. Провязываем воздушную петлю, разворачиваемся и вяжем в обратном направлении. Так, здесь у нас пойдет второй ряд, и видим, что до красной нити нам нужно провязать уже во втором ряду 2 столбика красной нитью, и всего должно получиться 9 столбиков. Вяжем до тех пор, пока у нас до красной нити не будет 4 косички. Вот первая, вторая, третья, четвертая. И что мы делаем далее? Накид, провязываем на крючке 3 петли, нить черного цвета оставляем здесь, берем красную нить и закрываем столбик красной нитью. Так, есть. Далее накид и вяжем 9 столбиков красной нитью. Это у нас второй ряд. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой и девятый столбик. Девятый столбик мы будем закрывать нитью черного цвета. Красную нить оставляем на изнаночной стороне. Берем черную нить и закрываем столбик. И далее все петли до конца ряда провязываем черной нитью. В третьем ряду мы вяжем справа налево.
То есть в шахматном порядке мы провязываем 2 столбика красной нитью, 5 столбиков белой и 3 столбика красной нитью. Итак, подошли к красной нитью. Вот у нас первая косичка. Черной нитью делаем накид, провязываем и закрывать столбик будем красной нитью. Черную при этом оставляем на изнаночной стороне. Так, закрываем. И провязываем 2 столбика нитью красного цвета. Первый и второй. И второй столбик закрываем нитью белого цвета. Далее вяжем 5 столбиков нитью белого цвета. Первый, второй, третий, четвертый и пятый. И пятый столбик закрываем нитью красного цвета. И провязываем 3 столбика. Первый, второй, третий. И третий столбик закрываем нитью черного цвета. И далее вяжем столбики нитью черного цвета. Четвертый ряд, и мы вяжем слева направо, провязываем 4 столбика нитью красного цвета, затем 6 белого и 2 столбика красной нитью. До красного цвета у нас должно получиться 1, 2, 3, 4, 5 косичек. Итак, значит, что мы делаем? Делаем накид, провязываем. На крючке у нас 3 петли и закрываем этот столбик нитью красного цвета. При этом черная нить у нас остается на изнаночной стороне. Берем красную нить и закрываем столбик. Опять же таки смотрим, чтобы эта нить не была перетянутой. И далее вяжем 4 столбика красной нитью. Первый, второй, третий и четвертый. При этом четвертый столбик мы будем закрывать нитью белого цвета. Красную оставляем на изнаночной стороне, берем белую и закрываем столбик. Есть. И далее 6 столбиков провязываем нитью белого цвета. Первый, второй, третий, четвертый, пятый и шестой столбик закрываем нитью красного цвета. Белую оставляем на изнаночной стороне и закрываем красной нитью. Далее мы вяжем 2 столбика красной нитью. Первый. И второй столбик закрываем нитью черного цвета. Итак, красная нить и белая у нас остаются на изнаночной стороне. И далее до конца ряда и до следующей смены нить мы вяжем черной нитью. Далее мы будем вязать пятый ряд, и его мы вяжем справа налево. Провязываем 2 столбика красной нитью, 7 столбиков белой и 3 столбика красной.
мы подошли к красной нити. Следующий столбик у нас провязывается в косичку красного цвета. И этот столбик мы будем закрывать нитью красного цвета. Так, есть. И далее вяжем 2 столбика красным цветом. Первый и второй столбик мы закрываем нитью белого цвета. И нам нужно провязать 7 столбиков нитью белого цвета. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой и седьмой. Седьмой столбик мы будем закрывать нитью красного цвета и вяжем 3 столбика нитью красного цвета. Первый, второй и третий. Третий столбик будем закрывать нитью черного цвета. Так, поджимаем петли, смотрим. Так, мне здесь не очень нравится, потому что затянута нить. Расслабляю ее. Можно даже распустить и расслабить. Все, нити красного и белого цвета у нас остаются на изнаночной стороне. И мы вяжем нитью черного цвета до конца ряда и возвращаемся обратно к узору. Далее мы вяжем шестой ряд, вот он у нас, и мы вяжем слева направо. Сразу провязываем 3 столбика красной нитью. Так, чтобы нам провязать эти 3 столбика, смотрим, у нас идет косичка 1, 2, 3, то есть 3 косички черного цвета. Мы провязываем столбик черной нитью и закрываем его нитью красного цвета. И провязываем 3 столбика красной нитью. Первый, второй и третий. И третий столбик будем закрывать нитью белого цвета. Красную оставляем на изнаночной стороне и закрываем белой нитью. Смотрим, нам нужно провязать 7 столбиков белой нитью. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой и седьмой столбик мы будем закрывать нитью красного цвета. Белую оставляем на изнаночной стороне и закрываем красной нитью. В этом ряду провязываем 2 столбика красной нитью. Первый и второй столбик закрываем нитью черного цвета. Далее вяжем черной нитью. Седьмой ряд, и мы провязываем следующим образом. Здесь 2 красные, и здесь 2 красные, и 7 столбиков нитью белого цвета.
Итак, мы подошли к красной нити. Накид провязываем и закрываем этот столбик нитью красного цвета. Поджимаем черную и провязываем 2 столбика красной нитью. Первый, второй. И второй столбик закрываем нитью белого цвета. При этом красную мы оставляем на изнаночной стороне. Так, белая нить. Закрываем столбик и вяжем 7 столбиков белой нитью. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой и седьмой столбик закрываем нитью красного цвета. И в этом ряду мы провязываем 2 столбика красной нитью. Первый и второй. Второй столбик закрываем нитью черного цвета. И далее вяжем черным цветом. Восьмой ряд. И здесь мы вяжем слева направо. Провязываем 2 столбика красной нитью, 6 белой и 2 красной. Мы на изнаночной стороне. И здесь у нас идет 2 косички черного цвета. Делаем накид, провязываем и закрываем этот столбик нитью красного цвета. И провязываем 2 столбика. Первый и второй. Далее вяжем 6 столбиков белым цветом. При этом вот второй столбик мы закрываем нитью белого цвета и вяжем 6 столбиков. Первый, второй, третий, четвертый, пятый и шестой. Шестой столбик закрываем нитью красного цвета. Далее вяжем 2 столбика красной нитью. Первый и второй. Второй столбик закрываем нитью черного цвета. Нити красного и белого цвета остаются на изнаночной стороне. Закрываем и продолжаем вязать черной нитью. Девятый ряд, и здесь мы вяжем справа налево. Провязываем 2 столбика красной нитью, 4 белой и 3 красной. Мы здесь подошли к красному столбику, делаем накид и провязываем черной нитью. И закрывать этот столбик будем нитью красного цвета. Так, есть. И провязываем 2 столбика. Первый и второй. Будем закрывать нитью белого цвета. И здесь мы провязываем 4 столбика белой нитью. Первый, второй, третий,
и четвертый столбик. И закрывать его будем нитью красного цвета. И провязываем 3 столбика нитью красного цвета. Первый, второй и третий. Третий столбик закрываем нитью черного цвета. И далее вяжем черной нитью. Далее 10 ряд, вяжем его слева направо, провязываем 2 столбика красной нитью, 3 белой нитью и 2 красной. Так, подходим к красному столбику, к красной нити, провязываем и закрываем красной нитью. И провязываем 2 столбика, первый и второй. Второй столбик закрываем нитью белого цвета. И далее вяжем 3 столбика, первый, второй, третий. И третий столбик закрываем нитью красного цвета и вяжем 2 столбика, первый и второй. Второй столбик закрываем нитью черного цвета и далее вяжем черной нитью. Одиннадцатый ряд, и мы вяжем 5 столбиков нитью красного цвета. Итак, подошли к красной нити, это столбик предыдущего ряда, делаем накид, провязываем и закрываем нитью красного цвета. И вяжем 5 столбиков. Первый, второй, третий, четвертый и пятый столбик закрываем нитью черного цвета. И далее вяжем черной нитью. Последний, 12 ряд, и мы провязываем 3 столбика красной нитью. Вяжем столбик черной нитью и закрываем его нитью красного цвета. И вяжем 3 столбика. Первый, второй и третий столбик закрываем нитью черного цвета. И далее вяжем черной нитью. Между глазами мы провязываем один ряд, и во втором ряду, это у нас будет изнаночная сторона, провязываем 10 столбиков черным цветом. И далее делаем накид, провязываем и закрываем следующий столбик нитью красного цвета. И смотрим по узору. Первый ряд, и мы провязываем 3 столбика нитью красного цвета. Первый, второй и третий. И третий столбик закрываем нитью черного цвета. Далее вяжем нитью черного цвета. Смотрим на лицевую сторону, и у нас получается симметрично этому глазу. Второй ряд мы вяжем 5 столбиков нитью красного цвета. Смотрим, у нас до красного столбика 2 черные петли,
Делаем накид, провязываем, и этот столбик мы закрываем нитью красного цвета. Есть, и провязываем 5 столбиков нитью красного цвета. Второй, третий, четвертый и пятый. И пятый столбик закрываем нитью черного цвета. Вот так у нас получается. Проверяем на симметрию. И далее вяжем столбики нитью черного цвета. Третий ряд мы вяжем слева направо, провязываем 2 столбика красной нитью, 3 белой и 2 красной. До красной петли у нас 2 черные. Делаем накид, провязываем и закрываем этот столбик нитью красного цвета. Провязываем 2 столбика. Первый и второй столбик закрываем нитью белого цвета. И вяжем 3 столбика. Первый, второй и третий столбик закрываем нитью красного цвета. И вяжем 2 столбика. Первый и второй. Второй столбик закрываем нитью черного цвета. И далее вяжем нитью черного цвета. Следующий ряд мы вяжем справа налево. Провязываем 2 столбика нитью красного цвета, 4 белого и 3 красного. Итак, у нас до красной нити 2 петли, делаем накид, провязываем и этот столбик закрываем нитью красного цвета. И нам нужно провязать 2 столбика. Первый и второй. И второй столбик закрываем нитью белого цвета. Провязываем 4 столбика. Первый, второй, третий и четвертый. Четвертый столбик закрываем нитью красного цвета и провязываем 3 столбика. Первый, второй и третий. Третий столбик закрываем нитью черного цвета и далее вяжем черной нитью. Следующий ряд мы вяжем слева направо, провязываем 2 столбика нитью красного цвета, 6 белой и 2 красной. До красной нити у нас 1 черная петля, делаем накид, в нее провязываем и далее этот столбик закрываем нитью красного цвета и провязываем 2 столбика красной нитью. Первый и второй. И второй столбик закрываем нитью белого цвета и вяжем 6 столбиков. Первый, второй, третий, четвертый, пятый и шестой. И шестой столбик закрываем нитью красного цвета и вяжем 2 столбика. Первый
И второй. Второй закрываем черной нитью. И далее вяжем столбики черной нитью. Обязательно проверяем, чтобы наши глаза были симметрично друг к другу. Вроде здесь все в порядке. Так, вяжем дальше. Следующий ряд мы вяжем справа налево, провязываем 2 столбика нитью красного цвета, 7 белого и 2 красного. До красной петли 2 черные, делаем накид, провязываем черный и закрываем этот столбик нитью красного цвета. Провязываем 2 столбика. Первый, второй. И второй столбик закрываем нитью белого цвета. Провязываем 7 столбиков. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой и седьмой. И седьмой столбик закрываем нитью красного цвета. И вяжем 2 столбика. Первый и второй. И закрываем его нитью черного цвета. Далее вяжем черной нитью. Так, проверяем. Так, мне не нравится, что здесь перетянута черная нить. Немножко вернусь обратно. Так, и сделаю меньше натяжения. Так, все, продолжаю. И проверяем. Так, вроде, да, все хорошо. Продолжаем дальше. Следующий ряд мы вяжем слева направо, провязываем 3 столбика нитью красного цвета, 7 белого и 2 столбика нитью красного цвета. У нас до красной петли 1 черная, в нее провязываем нитью черного цвета и закрываем этот столбик нитью красного цвета и провязываем 3 столбика. Первый, второй, третий. И третий столбик закрываем нитью белого цвета и вяжем 7 столбиков. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой и седьмой. Седьмой столбик закрываем нитью красного цвета и провязываем 2 столбика. Первый и второй. Второй столбик закрываем нитью черного цвета и вяжем черной нитью. Следующий ряд вяжем справа налево, провязываем 2 столбика нитью красного цвета, 7 белого и 3 красного. Итак, у нас до красной нити 2 черных столбика, делаем накид, провязываем и этот столбик закрываем нитью красного цвета. Провязываем 2 столбика. Первый и второй столбик закрываем нитью белого цвета. И провязываем
7 столбиков. Первый. Второй. Третий, четвертый, пятый, шестой и седьмой. Седьмой столбик закрываем нитью красного цвета и провязываем 3 столбика. Первый, второй, третий. Третий столбик провязываем нитью черного цвета. И далее вяжем черной нитью. Следующий ряд вяжем слева направо. Провязываем 4 столбика нитью красного цвета, 6 белого и 2 красного. Следующая у нас красная петля, делаем накид, провязываем и закрываем этот столбик нитью красного цвета. Провязываем 4 столбика. Первый, второй, третий и четвертый столбик закрываем нитью белого цвета и провязываем 6 столбиков. Первый, второй, третий, четвертый, пятый и шестой. И шестой столбик закрываем нитью красного цвета. Провязываем 2 столбика. Первый и второй. И второй закрываем нитью черного цвета. Проверяем натяжение нити. Так, и далее вяжем нитью черного цвета. Следующий ряд вяжем справа налево, провязываем 2 столбика нитью красного цвета, 5 белого и 3 красного. Итак, у нас до красной петли 2 черные, делаем накид, провязываем и этот столбик закрываем нитью красного цвета. Так, есть, и провязываем 2 столбика. Первый, второй. И второй закрываем нитью белого цвета. Провязываем нитью белого цвета 5 столбиков. Первый, второй, третий, четвертый и пятый. И пятый столбик закрываем нитью красного цвета и провязываем 3 столбика. Первый, второй и третий. И закрываем его нитью черного цвета. И далее вяжем черной нитью. Предпоследний ряд и провязываем 9 столбиков нитью красного цвета. Смотрим, в предыдущем ряду у нас было 3 столбика красного цвета.
мы провязали столбик черного цвета, во вторую петлю провязываем и закрываем этот столбик нитью красного цвета. И далее вяжем 9 столбиков нитью красного цвета. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой и девятый. И девятый столбик мы закрываем нитью черного цвета. И далее вяжем черной нитью. Последний ряд мы провязываем нитью красного цвета 8 столбиков. До красной петли у нас 3 черные. Делаем накид черный, провязываем и закрываем этот столбик нитью красного цвета. И вяжем 8 столбиков. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой и восьмой. И восьмой столбик закрываем нитью черного цвета. И далее до конца ряда мы вяжем нитью черного цвета. И после этого еще 10 столбиков мы провязываем нитью черного цвета. И вот так у нас должно получиться в результате.